Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится телефон Tecno Spark Go 2022. И сейчас мы разберемся, как добавить фото к контакту в телефонной книжке нашего устройства. Итак, чтобы персонализировать контакт в нашем устройстве, мы переходим в приложение «Телефон», выбираем раздел «Контакты», здесь выбираем контакт, который хотим персонализировать, нажимаем на кнопочку «Изменить» в правом верхнем углу, нажимаем на фоточку, и вот ее либо можно удалить, и тогда контакт будет просто вот такой вот. Либо можно сделать снимок в реальном времени. Нажимаем на галочку. Разрешить. Обрезаем это дело. Сохранить. И потом нажимаем на галочку в правом верхнем углу. Либо снова-таки изменить. Нажимаем на фотку и нажимаем «Выберите новую фотографию». Галерея, например, только сейчас. У меня нету фоток, давайте сделаем какую-то. Так, фотка готова, переходим в галерею. Выбираем фоточку. Обрезаем это все дело, так чтобы в кадре было только то, что вы хотите. После чего нажимаем «Сохранить» в левом верхнем углу. Галочка в правом верхнем углу, и на этом все. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. До скорых встреч!